Другим темам. Рубль вновь обновляет осенние максимумы. Курс евро в ходе торгов на московской бирже опустился ниже отметки 69 рублей впервые с начала августа. Идет вниз и доллар. Он вплотную приближается к отметке 61 рубль. Российская валюта укрепляется вслед за дорожающей нефтью. Так, цена марки Brent поднялась сегодня до 53,5 долларов за баррель. Рост нефтяных котировок отыгрывает и индекс МВБ. В начале торгов он прибавил 0,8%, превысив отметку 1700 пунктов.